Кровки это не очень интересный там герой в плане хиродемеджа, потому что... Ну и про... КДА тоже, то есть Рубика можно... Сейчас веточками будет убивать. Вот. Пошел экспу воровать. Все, поехали. Поехали. Блочить. У меня на миде. Я даже не знаю, кто на миде стоит. То есть может быть Кунка, может быть Тинкер, кто угодно. Тинкер все таки на миде. Там не так. Ты там будешь? Ну ладно, я пишу. Вообще, кем купи Барс за заблоченный темпы, думает, что делать. Чем тебе не понравился мой... На, он тебе варку. Я смотрю тебя уже около года, так что я не новичок. Так, это понятно. Мне твой ник понравился, нормальный ник, просто он тяжелый какой-то. Вот, а по поводу новичка, это касается сабскрайба. Первый месяц подписочки, это новичок, как бы. Вот. Спасибо большое за донат, спасибо за подписочку, дай бог тебе здоровья. Так, я нулик, наверное, буду качать все-таки. Вообще, конечно, на Рубике можно было через нулик пойти. Ну, сейчас я имею в виду артефакт нулик на начальный закуп, как на паке. Вот. Ну и третий скилл это тоже нуль этот. Нуль филд. Мы его тоже будем с вами вкачивать обязательно. Я сейчас сапог куплю и уйду. Иди сюда, мальчик. Сейчас, ребят. Я на Рубике, правда, давно... Не, я все раз на Рубике играл на стриме тоже. Это было, может, месяца два назад. Сейчас я покажу вам. Правда, в тот раз, по-моему, воровать было еще меньше. То есть тогда вообще нечего было воровать. А нет, тогда Doom был хотя бы. Сейчас мало скиллов. Таких прям жестких. Так, мне надо арканы, естественно. И дальше уже будет видно. Блин, песня мне не нравится, ребят. Я понимаю, вам она, скорее всего, тоже не нравится. Но я ее просто не могу переключить. Я сейчас должен за рулькой сходить, нету времени. Медузян на горе стоит. Ну, как бы, я не знаю, медузяна можно убить, попробовать. Но я столько времени потрачу, это того не стоит. Ну, вот, окей, пойду я сейчас бить медузу. Я ее убью, допустим. Тинкер в это время... Да ну нафиг эту медузу. Не хочу. Оно того не стоит. Она все равно расфармится, это как бы понятно. В итоге я потрачу кучу времени, Тинкер апнет левел, Тинкер будет стоять на фрифарме. Так я хотя бы мешаю Тинкеру. То есть Тинкер, видите, он не особо фармит. То есть он к крипам не подходит, не знаю, ну ладно, разочек нуль возьму, хотя надо было, наверное, взять первый скилл лучше. Ну ничего, на единичку, сколько он, 5%, а, 10%, все, на единичку мы его и оставим. Этих надо быстрее убивать, потому что иллюзии это плохая тема. Ой-ой-ой, лазер. Давай. Так, там был сабскрайбер. Короче, блин, я отвлекся, секунду. Талия Кью. Тоже первый месяц. Да где мой сапог? Что это? Куда он пошел? Спасибо большое за подписочку. Добро пожаловать. Ребят, дайте сапог, пожалуйста. Я вас понимаю, конечно, да. Там варды все... Блядь. Дайте сапог. Рубик, ты сможешь его поднять? Мы его убьем тут нахер. Кого? Я понимаю, что мы его убьем. А вам это надо вообще его убивать? Может, мы лучше Тинкера убьем? Да ФБ это хорошо, пусть стоит. Там ник стоит, экспу ворует. Второй уровень. Очень много сабов. И что-то мне подсказывает, что последний саб это вообще девочка по нику. Хотя, может, это парень. Я не фармлю. Блин, вот мне бы рунку в банку, было бы вообще четенько сейчас. Ну, повтори сейчас. Нет, давай заберем этого мину рывка. Давай, гол. Дымай, ты только ты нужен. Давай, давай, бей его. Он твой. Забирай на Милаза. Он криповский. Ага. Вот и ФБ.
Совсем другое дело. Полёша мне МП сейчас даст. Да, спасибо, я сейчас дам МП, вот сейчас можно пойти медузу убить. Ну, нам обсервер нужен, мы не убьем никак. Она меня начнет бить, и ты ее снимешь. Она ж такая. А если ее сниму, мы ее убьем? Такой вопрос. Так ура-кура, братья, братья. Убьем. Просто я-то ее снять могу. Вон, смотри, ну видишь, давай, я иду, все, иду, а. Иду, ребят, ждите. Сейчас она буду. Автоатачит и все. Да, 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 сейчас буду, сейчас буду, сейчас сниму. Все, я готов. Надо вижена. Где она? Там ТП, я понял. Ну все, нету ее. Все нормально. Вивера можно убить, вивер без маны. Антимаг, еще один удар, попробуешь ему сделать, ману выжечь. Только не умри сам, пожалуйста. И убегай. Дурак. Ну это того не стоило. Это вообще того не стоило, на самом деле. Вот это вот убийство, оно ненужное было. От ой, стики апнули. Иду на мид. Сейчас может инвиз какой-то. Нету. Гоу Тинкера. Я МП маловато. Привет, Спрей. Здорово. Распишись на стене, пожалуйста. vk.com/neil_leafy_tonic и ответь на вопрос. СП проблем как не будет. Как стать популярным стримером, если ты не пёздочка с сисечками на пол экрана веки? И если ММР ему всего 3500? Удачного стрима. Тащи. Спасибо большое за донат. Я обязательно тебе распишусь, как будет время. А по поводу популярного стримера, ну, по сути, если ты без сисек, то у тебя два варианта. Либо это долго и упорно работать, стараться и выкладываться. Либо второй вариант — быть долбоебом. Это сейчас модно. Поэтому, в принципе, долбоебом, если ты будешь, то это легче. Даже легче будет. Потому что кто хочет вот это что-то потеть, а там, стараться, что-то зачем это надо, если можно быть просто больным, и тебя будут смотреть. Бен, это не мид. Да ща пойду, все нормально, чуть-чуть крипов побью. Я руну жду просто. Да надо козе, парм. Так коза. Я меня и так забрал вначале. Еще можно пол сменить. Не, ну пол сменить это что-то такое. Типа, я говорю, что из реального. Надо просто вот выбрать что-то. И, конечно, ну это не факт, что у тебя что-то получится, потому что нужно много работать над этим. Гоу, медузя. А, давай, а ты убей. Вот что значит не максить блинк. Я побил кулу. О, Тинкер. Блин, антимаг он, я так понял, не хочет, да? Да, только... Го, убьем его! Какой лоу? Блин, чё антимаг такой секун? У него шульта есть. Блин, а вивера мы не убьем. Ну я могу хотя бы стырить у него. А, там вард меду стоит, я понял. Гоу вивера. А, что это? Блин, надо было своровать у него шугучий, я дурак. Куда-то я второй скилл кинул. Даже не в дерево. Давай. Супер. Гоу топ попробуем. Поломать. Чуть-чуть. Короче, надо было шугучу у него своровать, тогда бы все было четенько. Я бы сейчас был с невидимостью. Ёп. Давайте, давайте дальше. Давай еще раз. Все, я доволен. Мне больше ничего не надо. Ребят, маны дам.
Сюда идите. Униксы. Нужна мана? Пошли на руне, встретимся. Агент 005. Да, я такой, ребят. Агент 005 с вами. Жучок. И я в инвизе буду. Поехали, это наш. Я сейчас попробую подцепить. О, ребят, вот и первая фражина. Наклевалась. А вот. А, тут Сентриа стоит. Это как вообще? А, там от БХГОГО. Изи. Агент 106. Был бы 007 сейчас, если бы фражину не урвал. Может, и ген? Иллюзии, да? Иду на низ Тимбера убить. Блин, у нас у всех арканы. У Никса арканы, у БХ арканы, у меня арканы. Команда колдунов. Это наш. Так, вот и блинк готов. Ребят. Не надо. Блин, Шугучи скоро исчезнет. Ладно, вот так вот сделаю как-то. Думал на них... Не, я на базу сейчас пойду, все нормально. Короче, завалю елку и пойду на базу. Целее буду. Так, ребят, я помню, что я там должен кому-то расписаться. Просто пока не тот момент. Обязательно распишусь чуть-чуть позже. Не умеешь ты добивать вражеских героев. Но вообще я играю на Рубике, и я стараюсь просто убивать их, а не добивать. То есть как пойдет. Четвертый. Блять, украл Шугучи такого же левела. Он вообще будет их максить? Го убьем. Все, это минус. А, нормально. Ник правильно считается как Толяк, и я не тёлка. Мне 29. Я женат, у меня есть сын. Сапчики, всем привет. Будем знакомы. Кстати, Олег, расскажи насчет розыгрыша Аркан. Спасибо большое за донат. Мне просто показалось, что ник какой-то женский. Сорян. Розыгрыш аркан каждый месяц, в конце месяца. Вот ты немножечко опоздал. Вчера был розыгрыш 4 аркан. Вчера бы подписался, поучаствовал бы. А так, следующий розыгрыш будет в 25-26 числах месяца июля. И там будет розыгрыш снова 4 аркашек. Поэтому ты уже в нем будешь участвовать. Вот как-то так. Ой-ой-ой, вот это очень плохо, ребят. Неудача. Каков шанс, что воруя скилл у Вивера, ты своруешь первый скилл, а не Шугучи? По-моему, шанс очень маленький, но для меня он большой. Я вообще воровал, и я воровал инвиз. Ну, я так думал, по крайней мере. А оказалось, что я своровал... У меня в Попич убил, это обидно. Это пацана он забрал. В Попич убил Алёшу. Вот, а я своровал у него жучков. В итоге сел на жопу. А, ну, я Кунку. Кунку, кстати, не видел еще в игре. Она, видимо, лесная была. О, это ж тип все ок, я бустер. Помните его? 0-0-0. Хорошо. Вообще воруется последний использованный. Да ладно. Подожди. А какой скилл Вивер чаще использует? Скажи мне.
По-моему, у первого скилла, учитывая, что его своровал, он был первого уровня, там кулдаун там 30 с чем-то секунд. То есть, по сути, нереально большой кулдаун. Я его своровал. То есть, а Шугучи не, Шугучи нам не нужно. Зачем нам Шугучи? Домашний. Тинкера, гол! Тыц. Изи. Гол. Бля, там корабль еще. Кораблик еще. Там корабль тебе. Да, я знаю. Корабль ко мне, а я от него. Давайте убьем Кунку. Он же бустер сейчас выйдет. Отдайте руну. Банка. Угу. Вот этого Тинкера можно. Тинкера можно. Я с вами. Слушай, это мы без антимага играем, а у антимага фарма вообще нет. Вкус антимага. Бей его. Стоим, где твой фарма лоб? Ох, я его там на карусели. Так он против Вивера один стоял. Чё вы к нему пристали? Так 17 минут, как бэк. Давайте убивайте башню сюда. Пофигу на антимага, мы и сами справляемся. 21 на 7. Чего доебались вы меня? Ой, без... Так, ребят, 2600 золотыми. 2600 золотыми, скажите, что мне взять? Можно взять форстаф, можно взять что-нибудь еще. Просто аганим брать в этой игре я не вижу смысла. Для чего мне здесь аганим, скажите? Что там можно своровать аганимное? Ульту Вивера такое. О, Тинкера ракеты. О, все. Там же оно будет, улучшает. О, отлично, все. Я придумал, точно. Вообще, если бы не Тинкер, я бы аганим не делал. Просто я увидел Тинкера, сейчас... Или корабль еще есть. Не, нормально, можно украсть ракету Тинкера и просто стоять, стрелять. Хотя у меня реармаш не будет. Тоже тупо, блин. Ну ладно, корабль. Я не знаю, просто аганим он хорош тем, что он дает мне хп. Вот и все. Я иду, погоди. Давай пирата. Не, пират с армлетом. Да по-моему, мы убьем меня догон. Бьем? Третий. Догон, ну, третий, привет. Ну давай, сейчас жди. А, ты не ждешь? Ладно, сорян. Да. Сори, братиш. Этого тоже. Подниму. 2 секунды. Этого тоже. Медузу. Гоу Медузу. Ну что за... Где яйца? Давай. Тобе не сы. Ты ж под... Вот и все. Так, и аганимчик почти есть.
Что по КДА на Рубене? По КДА на Рубене все четенько. Так-то 20 пока держим, но я думаю, я нафижу. Поэтому. Еще не вечер, ребят. Ребят, помогите мне стинкером, я сейчас прыгну туда. А его нету, он уже улетел. Ну как это нету? Иди как сюда. Как ты думаешь, можно ли попробовать раскачать Леона в дикого кастеля? Ведь если ему собрать огни, Бладстоун, Дагон и Тириал, то вообще бомба будет. Да. Кстати, этот стрим захвачен. Типа звук сирены. Спасибо за донат. Знаешь, в чем проблема? Как бы вот ты описал артефакты героя, вот любому герою дай такой набор артефактов, и он начнет всех жарить. Но, понимаешь, не всегда дают такое собрать. Вот в чем трабл. Как бы артефакты хорошие, с этими артами он будет убивать, но кто ему даст их собрать? Может, на пугане поиграешь? И объясни, пожалуйста, зачем Рубика 6 слотов для скилла, если максимум 5? Меньше чем 3-3, больше чем. Ну, у всех так. Спасибо большое за донат. А, я понял, зачем ему 6. Хороший вопрос, кстати. Если ты перекачку морфа тыришь, у тебя появляются обе стороны перекачки. Вот и все. Ну, то есть, силу в ловкость. Сори, пацаны. Ладно. Закумарил он. Почему Тимберульт не воруешь? С аганимом два лезвия. Порежешь всех нахер. Спасибо за донат. Проблема в том, что мне этот скилл нафиг не нужен. Это же не проблема, а такая ситуация, что нам не нужен этот скилл. Мне нужно быть неуязвимым. То есть это инвиз, либо можно украсть корабль пирата и кидать этот корабль во врагов, и у нас команда будет жить под этим кораблем. Ребят, идите сюда, я сейчас найду Тинкера. Тинкер. Ребята, у Аэма было 10 минут фарма. Да он вот, идите сюда, тут вот. Все. Не буду воровать инвиз руту сейчас, потому что останусь без инвиза и сяду на жопу. Ой, куда я на вражескую базу собрался? Не вас убьют сейчас там. Да не убьют, уходим уже. Вы без МП, все, бэй, уходите. Ну все мы без МП, я с МП как раз таки. Корабль мог украсть. Мог украсть, но не украл. Я просто растерялся после реарма. Взял Шугучи и как раз в этот момент поехал корабль. Да просто проблема в том, что вижена нету. То есть очень тяжело воровать скиллы, когда нету вижена. Драка была под вражеской башней, была ночь на дворе, и я просто ничего не видел. То есть я просто увидел Тинкера и решил у него на удачу своровать. Просто мне не повезло. То есть вообще, если бы стояли варды вижен, я бы, конечно, не воровал у Тинкера. Я видел, что он юзал реарм. Я этого не видел, я думал, что Тинкер там, как обычно, ракетки кинул, и что-нибудь, или лазер, там все было бы полезное из этого. Но оказалось, что полезного ничего нету. Так, опять луна волшебства. Ребят, гоу по миду, сломаем Т1 и убьем кого-нибудь. Он типа медузы. Да
он гейминг. Давайте Кунку. Что с Кункой стало? Сейчас Тинкер воскреснет, полетит на низ. Со мной Рубик. Ой, Рубик. БХ. Рубик это я, сорян. Может, ты в лес, он такой же. Не, он на низ полетит. Не осилено, хотя... Осилено. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, быстрее уходить! Не, ну как я и говорил, то есть в этой игре вот Шугучи Вивера это вот тот самый скилл, который мне нужен. Там Линка. Нам еще кто-то нужен, у нас вообще кого-то нету. Все-все, я ушел. У меня такое ощущение, что... А, у нас же антимаг в команде, лол. Вот, БФчик, 27 минут. Маску продал, была маска. Купил Яшку. Хороший мальчик. Не дурак. 1-4-1. Привет, объясни, почему не играешь не таких персов, как Инвокер, Тинкер, Изюмиля, ведь очень сильные персы для буста и калибровки. Ответь максимально развернуто. Максимально развернуто, Изюмиля вообще не герой сейчас, он очень порезан, очень слаб. По поводу Тинкера, он мне не нравится он играть на Тинкере, да. То же самое касается Инвокера. Просто мне не нравится на них играть и все. Есть такое, бывают такие герои, на которых ты вообще не перевариваешь. Я какое-то время играл. На Тинке я никогда, он мне никогда не нравился вообще. Ни в первой доте. Ну, единственное, в первой доте, да, я на нем играл бывало, но через лазер-ракету, без всяких машинок, потому что это скучно для меня. Вот, Инвокер было время, я на нем много играл, но потом я на него забил. Алло, долго я буду еще? Блять, жук, отстань от меня! Ну что ты на меня сел? На самом деле, ребят, мы проиграем с таким антимагом. Типа, я не знаю, кто у нас медузу будет убивать в лите. А, медузы уже там больше, чем у антимага. Это при том, что мы их вертим всю игру. Ты тимбер разберем. Пойдем. Чё, хиксы, миксы, бум, как-то. Да он добил, забейте, ДЦПшник. Я ему репорт уже кинул. Правильно. Ну дебил вообще. Чувак сам себе рейтинг сливает. Потом пойдет на форум, будет мыть, говорить, что команда дно попадается. Алло. Я опять пилу украл, да ладно. Если бы я еще умер, сейчас было бы вообще сильно. Кинкич. Ага, сильно. Сорян. А, косарик за меня апнул. Но мы эту игру проигрываем, ребята, потому что Рубик в лите никого не убивает. Да я вообще забыл про догон, я его купил и забыл про него. Ну тут суть не в догоне.
Тимбера мы убили, это не важно. Важно то, что у нас нету керри-героя. То есть вот наш керри-герой единственный, это вот он. Как эта елда работает? Даешь на врага ее, и желательно, чтобы этот враг был под треком. И просто с любого рейнджи просто бьешь его, короче. Даешь на врага и бьешь его, понял? Она вижен не дает. Вот в этом-то и соль. Ты должен с БХ работать. Вот именно. Проси БХ, чтобы давал трек, и на ком трек, того на того юзай, понял? Блин, 4 косаря рита, а чувак не знает, как пика работает. Странно. На самом деле плохо, мне стало тяжело, потому что Вивер купил линку, теперь у меня нету неуязвимости. Убиваем Вивера за одну фигню. Так что жалеемся. Ну погнали, попробуем развалить. Ну в принципе БХ может. БХ должен. Не, дозу похер, кому. Что-то сделать. Дозы линки не было? Вроде не было. Давайте убьем миди, пробуем, пацаны. Ем забрал нормально. Дайте вижен, я хочу кунку увидеть и стырить у него корабль, но я просто этого сделать не могу, потому что у меня никогда нету вижена на кунку. Во! Опять змея. Мне бы вижен на кунку разок, просто я не могу у него ничего украсть, я никого не вижу. Вардов у нас на карте 0, и мне очень тяжело воровать скиллы, поэтому. А стинкер прилетит, убьем. Где он там? Он вряд ли прилетит. А, он там. Он скорее дурака пойдет за фармом. Больного. О, тинкера на топе убьем. Забей, не с кем, забей. Запад, хиль. Ну где? Алло, инча! Ну ударчик, ну ударчик бить же! Ты мог просто бить, зачем ты? Не всегда используй эту пику. А то он ее всегда юзает, как бы там надо просто один удар сделать этому герою, а он юзает пику. Можно убить. Минус инча. Но пришел антимаг. Кстати, давайте проверим статистику антимага. 1-4-1. Хорошо. Рубик жалуется на отсутствие варда. Но если что, это соломит Рубик. А не суппорт Рубик. Еще бы я не жаловался на отсутствие варда. Не, по сути, мне варды никогда не нужны. Но просто вот сейчас именно тот момент, когда тяжело без варда. Потому что я Рубик. Можно, мне надо что-то воровать, можно, а безвижно воровать просто нельзя. Любого. Это невозможно сделать. Нужно видеть героя. Ну, либо можно воровать безвижно, но это рандом. То есть я ворую вон реарму у Тинкера. Давайте этого убьем, Медузу. Давайте пушим бот тогда. Нам вообще пушить надо. Вот то, что мы сейчас бегаем, их убиваем, на самом деле это юзлес. За них нифига не платят, мы набиваем стрики, потом кто-то фиданет, по косарю будут снимать. Ну, стрики да, но я как бы треки даю. Антимаг. Нет, так вот именно, антимаг у него, считай, мало. Учитывая, что он всю игру фармит. Ничего нет. Ладно, пусть фармит, нельзя у Кудалай крипов брать. Мне уже не надо, я банку слил. Ну давай, инвиз возьму, инвиз ко мне. Реарм зашибись? Да не, реарм это не очень. Его попробуем. Копать. Да ладно ты, читерская змея. Прыгни. Давай. Ну это так. Го по миду попробуем зайти. Или по боту с антимагом. Не, надо, не, не, там надо поймать, потом зайдем. Но мы уже кунку поймали. А треки-то вешать тебе повешают, подожди. Надо поймать кого? Тинкера. Вот там тинкер только ДПС носит. Остальные уезды. Вон, вот давай, 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 давай. А что с медузой стало? Все, пацаны мне догоны разрядили, да? Сколько у нас догонов? Раз, два. Ну да, у нас догоны, если так, пятые догоны, три штуки, 2400 урона.
Нет, 6,3, 1800 получается. Я их не вижу, вижу, но нет. Вот я тоже их не вижу. Ну, мы так не зайдем тогда. Ну да. Друзья, пошлите. Ну просто нам надо, мы на миде тусуемся. Антимаг в это время должен не лес качать, а бот ломать. Вот Тинкер. Сука. Блять, сука. Успел крест дать. Пил. Не, на самом деле в этой игре просто воровать мало чего есть. Был Вивер, и то у него Линкин Сфера, у него Шугучи, своровать очень тяжко. Гоу ломать! Гоу ломать! Да, ну, почему я бью? Почему антимаг не бьет башню? Антимаг, побей башню! Так, а где моя мана? Да, там снова эти корабли. Снова квесты, наверное, после... А не, кораблик наконец-то сворован был. Гем заберите. Я не гем могу. Заберите. Забери, блять, ну. Да заберите гем, вы что, тупые, что ли? Иди в жопу, я под кораблем. Это блок. Уже нет. Не, ну антимага был слот, я не понимаю, почему он не взял. Просто я не хотел брать. Мог взять антимага и ублинкнуться. Хотя, что я спрашиваю, почему он не мог взять? Потому что он дебил. Я думаю. Нормально, фидоним. Просто антимах никакой. Ну, я же говорю, у нас типа такая тема, что мы их зря убиваем. Вот сколько за нас дают? 800, 800, 600. Вот, Тинкер только что за драку заработал 1600 и 600. 2200 золота. Да, вот так вот. У Вивера гем. Не, ну, на самом деле, такие антимаги, они должны проигрывать. Ну, просто это нереальный дебил. Ну, таких дебилов вообще... Как он выигрывает на керри? Он не может выигрывать на керри, потому что он не умеет на них играть. То есть, антимаг фармит 40 минут. Я не спорю, что у него была сложная линия, он стоял против Вивера, но он стоял против Вивера 10 минут. Потом мы пришли, и Вивера мы убили очень много раз. Но в итоге... Антимаг, он ничего не может почему-то. Кстати, я только что открыл статистику, увидел 3.15, 0.10, 0.8. Это сильно тоже. Враги тоже показывают уровень. Ну что, может, Рошана убьем, ребят? Мы ж можем. Рошана убить и пойти вместе, а? А? Не хотим. Не хотим. Ну ладно, тогда пойдем... Не знаю, вообще изи. Ребят, мы убьем Рошана или мы сейчас все умрем, пойдем и Вивер заберет? Как вам больше нравится? Просто убить Рошана и все. И пойти. Антимаг, бери Аегу и прыгай там. Пусть Тинча танкует Рошана. Ох уж эти. Камбо-брейкер. Антимаг, отойди, пусть Тинча потанкует. Так, ну, учитывая, что у меня 30 ассистов, кдашечка нормальная.
Они вас раздамажат и все. Ну да. Потом убьют.
Ой, у тебя две кнопки. Какой у тебя? Ты что хотел? Какой у тебя мисклик? Алло. Тяжело. Абиссал? Абиссал, да? Скрипты верните ему, пацану. Абиссал, мисклик. Он еще умудряется мискликать, понимаете? Мало того, что он кусок втянул, так он еще и мискликает на антимаге. Сука. Это надо постараться быть таким. Асгарманда, братишка, добро пожаловать. Ник точно первый раз я этот читаю. Ёпта, спасибо за подписочку, добро пожаловать на канал. Поприветствую новый сапчик, первый месяц. Спасибо большое. Я волшебником могу стать, взять. Или лучше, может, Инча стать волшебником. Кто хочет волшебником? Синча бери. Синча бери, будешь волшебником. Пойдем еще кого-нибудь убьем. Курицу поставьте на Рошана и все, и не парьтесь. А ему БКБ летит, слышишь? Можем убить всех сейчас. Да, сейчас. Сейчас Рошан должен. А только без Рофи не заходим. Рошана и тогда. Ага, да вот. Не, ну пусть БКБ принесет себе в курье, а поставьте на отходе куру на Рошана и все. Отправим, ну туда прыгать вообще, я не знаю, если туда сейчас прыгнет антимаг, то у меня пена сорта пойдет, все сейчас прыгнет куда-то туда под бараки. Ну враги они тоже такие серьезные ребята, они сидят вот за этой вот чертой уже минут так ну не 40, ладно, но минут 30 они сидят вот с 20 минуты просто пацаны сидят в базе. Рошан есть, пошли. Треснулся. А был бы уже третий Рошан, если бы мозги были у антимагов, которые фармили бы его, когда... Понимаете, вот когда по карте идет вот такая доминация, счет 56 на 25, но это не настоящий счет. Настоящий счет это 56 на 10, потому что мы просто уже последнее время только фидим. 3 хикса, там никто не выжил. Вот, но последнее время просто фидим. То есть антимаг в это время покупает Владимир и ходит в соло убивать Рошана. И дерется с нами. Уже давным-давно выиграли доту. Че, кому Эгида? Вон у Эммы слот есть. Все, забирайте Аегу, кому там надо. Я же надеюсь, кому-то эта Аега нужна. Кто взял? Антимаг взял. Без сапога. Ну вообще можно... Ушла, да, на телепорте. Ну, ребят, мы по одной стороне никак не зайдем, никогда в жизни. Там сейчас будет Мар... Ну ладно. Просто пусть он ныряет и все. Все, хорошо, я за быструю игру. Пусть команда. Только БКБ не стирай сразу. На говорит, что делать, а я буду с ними идти, потому что... Сейчас просто делись так. Может быть, быстрее проиграем так. Визу. Потому что, ну, я вам говорю, мы не зайдем сюда сейчас. Потому что будут корабли, да, хиксы, торренты, марши. Вот, смотрите. В принципе, начинается. Ну, я вытащу сейчас эту драку. Вот, может быть. А то как пожить. БКБшечка. Убей его, Инча, супер. Стоять. Ну я умер, наверное. Хотя. Ага. Хотя, жук, пожалуйста, не надо. Как я и говорил, ребят,
есть я вам еще перед заходом сказал, что мы не зайдем, но я пойду с командой, потому что я хочу слить скорее. Потому что 54 минуты играть это ж невозможно. Взял, зашел, убил Кунку просто. Вот это вот Рубик. О, еще и проперся с Элизом. Сука, спилил меня. Засранец. Я ассистент. 36 ассистов. Все как надо. Не знаю, бэкбэк ценит. Да, есть. Несем. Я не хочу байбекаться. Ну, не знаю. Как я вам, как бы, от меня пользы уже мало. Я максимум могу корабль украсть, дать его. Это максимальная от меня польза в игре. Потому что я все. 55-я минута. Какая польза от Рубика, когда нету РП, а нету сбивает, да, нету никаких там раваг и так далее. Просто нечего воровать. Вот я ворую корабль и все, я его даю. И на этом я не могу даже в драку подойти. Меня просто сбреют и не заметят. Вы видели, что со мной происходит, в принципе. Поэтому пусть команда сейчас без меня что-то мутит. Очень хорошо. Ребята, можете сейчас сломать все, но самое интересное, что это даже не конец. Это даже не конец будет. Если они сейчас делают мегагриппов, но они их не сделают, мы будем играть еще 20 минут, потому что там медуза с кункой. Антимаг. Нажал БКБ, бить не стал. Ну стан же, блядь. Нюкс, чё ты стан не даешь? Что это? Вы это видели? Он не знает, кого бить ему, он теряется. Не, просто. Он не знает, что надо блинкаться и убегать иногда. В итоге вместо двух сторон мы одну даже не добили. Так, добей. Что бы мне сделать? Опа! Подождите, а ну-ка. Бля, там сентри у него, не. Думал купить Shadow Blade и выживать, но я понял, надо сделать форстав. Мне не хватает какой-то мобильности, потому что блинк мне сбивают и все, я уже куском становлюсь. А так я не знаю, что тут в этой игре делать. Это хорошая игра. Мне стан не может помочь ждать, спасти. Пил Эзериал вместо, блядь, хикса. Собрал бы хикс, мы бы хиксы убили просто бы всех. Ребят, дефать будем? Бля, АМ, как, лол, как нам несут, дебил. Антимаг. Вот он. Фу, помойка, просто помойка. Минус сторона из-за дебила. Да его даже дебилом нельзя называть, потому что ну, это просто не игрок в доту. И все. Вот так его можно назвать. Анту нажми даун. Блять, сука, успел крест. БКБ. А где антимаг, ребят? Вы не видели антимага? Был же. Все, станьте АФК, пожалуйста, не дефайте этот цирк, пусть несут. Репортики, пожалуйста, все. Вот такому не жалко дать. Репортики, чтобы отдохнул чуть-чуть в ЛП. Нет, даже тут просто... Надо написать все. Ребят, не дефайте, пусть несут все. Это вообще, это цирк. Я просто не понимаю, как вот этот дурак... Прикиньте, вот этот реально дурак, он выигрывает игры на керри. Вот он играет на джаггере, посмотрите. Мне интересно, вот у него 10 фрагов. А кого он убивает? То есть, я так подозреваю, что люди, которые отдаются этому дебилу, это вообще, это боты. Потому что я бы так, от такого никак не мог умереть. Он же не умеет убивать. Он просто, ну, овощ. Так, все, надо спрятаться. В принципе, кдашечка хорошая. Хера дэмэдж, я думаю, я тоже наскреб здесь нормально. Поэтому все нормально. Ребята, можете не дефать? Пусть несут. А, тут же Эль Диабло на стриме. Вот оно что. Я думаю, что за антимаг? Как там фан с догонщиками? Чувак даже не понимает, что это не фан с догонщиками. Потому что если бы мы не купили догоны, у нас нету дэмэджа. Нам нечем убивать медуз и так далее. Все, я бустер. Вот этот чувак, ребят, помните, я с него смеялся там? Вот этот вот. Лучше бы он попался за меня. Потому что тогда бы у нас хотя бы был Кунка, и он бы кидал корабль. А так у нас есть антимаг,